Впервые выставка животных из приютов «Хочу домой» в Центральном парке Видного прошла в конце апреля этого года. Вдохновленные успехом, тогда удалось найти новый дом 9 хвостатым, организаторы решили не останавливаться на достигнутом. Мы ожидаем, что кошек будет, наверное, штук 10, а собак, ну, в районе 20. У нас сегодня будут организованы мастер-классы для детей, будут продаваться всевозможные леденцы, подарочки, которые вы можете приобрести. Соответственно, часть пойдет на благотворительность на наших животных, часть продаж. Будет концерт благотворительный. Мы часто сотрудничаем с парками нашего округа, участвуем в качестве предпринимателей с мастер-классами, с выставкой продажей и облагораживали сегодня часть парка нежными цветочками. Проект «Хочу домой» существует с 2017 года при поддержке Общественной палаты Московской области. Он объединяет приюты и волонтеров со всего Подмосковья. Такие выставки регулярно проходят во многих городах региона. Животных мы привозим из разных городов Московской области, из разных приютов кураторских. Все животные обработаны, стерилизованы по возрасту, готовы стать домашними. Очень часто мы привозим животных, которые даже умеют выполнять какие-то трюки. Это к собачкам относится. Трехцветная молодая кошечка Ника трюков не знает, зато она ласковая, игривая и немного стеснительная. Ей повезло. В первый же свой визит на выставку пристройства она нашла новых хозяев. Мне жена, когда вчера прислала объявление об этой выставке, я сразу понял, мы отсюда без кота не вернемся. Красивая кошка, мне очень понравилась. Решили забрать. Игривая 6-месячная Бома также ищет дом. Волонтер Елена Товарова подобрала ее на улице, когда выгуливала свою собаку. Надеялась, что щенок просто потерялся, но на объявление о найденыше никто не откликнулся. Она метис хаски, и вот благодаря тому, что она метис, в ней купировалось вот это поведение гиперактивное. То есть она дома очень спокойна. Она вот на улице, да, очень такая любит поиграть, она очень любит внимание, а так она очень ласковая, она очень добрая, она не агрессивная. Несмотря на пасмурную и не слишком теплую погоду, гостей на выставку в Центральный парк пришло очень много. 10 лет назад, когда я начинала, так скажем, заниматься волонтерской деятельностью, с этим было сложнее. А сейчас и администрация идет навстречу, и парк поддерживает, и очень много людей, как вы видите, пришло. И это большой шанс для животных, бездомных, найти дом. И были положительные у нас случаи, что взяли и кошечек, и собачек вот с таких именно выставок. Это очень радует. В ходе мероприятия было собрано более 30 килограммов корма для животных, а несколько усатых-полосатых обрели своих хозяев. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.